Видишь, мы пришли и все начали поздравлять. Ну, они в это время всегда Наде звонят. Алло. Здравствуй, Надюша. Оля, спасибо, а вот эта красная лампочка вот мигает, это что? Я не знаю. Спасибо, ну, дорогая, спасибо, это. Надюша, спасибо. Дай тебе Бог здоровья, чтобы ты тоже дожила до этих лет. Ну что, компьютерщик? Идет дело? Опять язык. Только язык не выставляй. У него появились спайки. Что за игра у тебя тут? Язык. Язык, Саша, язык. Это что за привычка? Ну улыбнись, моя красота. Это называется улыбнулся? Деду, можешь улыбнуться? А ты черт. Не могу. Ну и не надо. В реанимации на полставки меня приняли, я там ухаживала. Ну-ка, меня все знали. Андрей очень плохо переносит наркоз общий. Вот у него такая реакция. Слава Богу, не принимала, а гипнозом меня лечили, когда беременна. Но гипноз меня не берет. Абсолютно. А раньше другие гипнозы были? Меня беременность была без наркоза. Тогда не ставили. А можно было, но врач. Я сильно много, я 42 килограмма весила. Одна желчь у меня шла. Так врач взял мне на руки в палату, понес, говорит, вот это, говорит, женщина. Без наркоза, говорит, делали ее, все. И говорит, а тут, говорит, только не спешу. Ну вот, Валера мой... Хорошо, там одна, эта санитарка, она к нам в кино ходила, знала меня. Я говорю, Клавдия Ивановна, это не вашего мужа положили. Я говорю, где? Она говорит, вот это я когда зашла, он лежит, это, все, спасибо ей, что... Тоже, а туалет, ой, как вспомнил, ой. Ку-ку. Надя тоже что-то, ну, она, Вика сказала, она такая склерозная, говорит, не знаю, что с ней делать, бывает. Ну, тоже это же на нервной почве, иди выдержи 4 инсульта, и вот так, что это, конечно, это нервы бабушка. Она с Людкой сколько выняла, а Людка сидит ночью в 6 утра. Ну, я помню.